Привет, Соня, я купила то, что ты просила. Спасибо большое, Диан. Можно я тебе деньги на карту переведу? А вот и сироп. Грима с бездой. Никогда такой не видела. Вроде там написано, что вкус лесные ягоды. Странное название. Кто такой Гримас? И при чем тут день рождения? Я не знаю, но сиропа нигде не было. Продавец меня нашел на складе и сказал, что последний. Вот и отлично! Сейчас будем делать молочный коктейль. Сначала нальем молока. Теперь мороженое. И ягоды. А теперь добавим сиропчик, а то будет совсем не сладко. А теперь нужно добавить сливки. Блин, получилось как в кафе. Не терпится попробовать. Подожди, Диан, это порция для родителей. Они уезжают в командировку, хочу им с собой в дорогу дать. Ну ничего, потерпим, у нас еще весь вечер впереди. Здорово, что ты нас с Дианой позвала на ночевку. Представляю, какие нас ждут приключения. Надеюсь, что нет. Уже охота нормально провести вечер. А чем это так вкусно пахнет? Да мы заказали пиццу. Круто! Только в прошлый раз я с Баку так объелась пиццы. Знакомое дело. О, привет, девочки. О, что готовите? Молочный коктейль. Я, кстати, вам с мамой вот налила в дорогу. Спасибо, Соня. 100 лет не пил молочный коктейль. Ну ладно, девочки, удачно вам отдохнуть. Если что, звоните. Спасибо. Я жду в машине. Хорошо, сейчас иду. Вкусно. Какие же вы молодцы, девочки! И пицца у них, и коктейль, как в ресторане. Жалко, только мы с папой не попробуем. Ну как не попробуйте? Я вам с папой вот 2 коктейля в дорогу налила. И еще 2 кусочка пиццы в контейнере. Ну какая же ты у меня заботливая! Знала бы, что тут у вас такой пир, оставила бы с вами Ксюшу. Ну Ксюша у бабушки тоже голодная не останется. Это точно! Спасибо за вкусняшки, Сонь! Ну, счастливо, девочки. И, пожалуйста, будьте осторожны. Пока, мам. Хорошей дороги. Обалденно. Коктейль готов. Это уже нам. Ну что, кто первый хочет? Мы все хотим.
Так, Алена, это тебе. Держи. Алло, Полинка? Ты чего опять ревешь? Парень бросил. Который? А, это тот Сашка. Вот ведь предатель. Как он мог? Ну ничего себе, еще и в кино. Ну хочешь, мы с тобой вместе в четверг сходим? У меня выходной. Ну все, не реви. Этот Сашка не стоит твоих слез. Все, давай, пока. Держи, Диана, это тебе. Ну, блин, я как всегда. Да, наверное, я неплотно закрыла. Ну, ничего страшного. Эй, девочки, вы там скоро? Надо бы Ксюше показать. Алло. Соня, вы что там, гримас-шейк пьете? Что за гримас? Кто это? Это огромный фиолетовый монстр. Откуда ты про это знаешь? Все его знают. Надеюсь, вы не пили проклятый коктейль? В смысле проклятый? Никто не выживает после этого коктейля. Ксюша, что за бред? Мы все пили и все живые. Ты пила? Нет, еще. А кто пил? Ну, родители, может. И Алена с Дианой. Сонь, срочно всех предупреди, пока не поздно. Диана! Алена! Где вы? О, Господи, что это? Машина родителей? Родители никуда не уехали. О, Господи, что тут произошло? На камере должна быть запись. Ты еще кто такой? Ничего, я знаю, как все исправить. Зонт, верни меня в 20 часов 30 минут сегодняшнего дня.
Диана! Привет! О, привет, Соня! Я купила то, что ты просила. Спасибо! О, зачем ты его купила? Он такой вредный, сплошная химия! Что, правда? Я не знала. Эх, зря только деньги потратила. Не переживай, деньги я тебе на карту переведу. Так у меня нет карты, Сонь. Иди в дом, я тебе там все расскажу. Ладно. А ты отправляйся на помойку. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то не забывайте ставить лайки. И, кстати, вам на заметку. Вот этот вот мерч, он хорошо отстирывается. Проверено этим видео. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр, друзья. И всем пока. До встречи на канале Непета. Happy birthday!